что у нас главная задача человечества – это избежать войны мировой, то есть гибели мировой человеческой цивилизации. А я подозреваю, вот мы же, вы же поймите, вероятнее всего, Земле-то нашей сколько миллионов лет? Понятно, да? Я что-то сомневаюсь, что мы были первыми здесь, на Земле. Но Земле несколько миллионов лет, а Homo sapiens 40 тысяч. Ну, соотнесите, да, поставьте. А где вот те, ну, вероятные, возможные, так сказать, наши предшественники? Возможно, здесь были какие-то иные цивилизации? Куда они рухнули-то? Они также могли просуществовать вот наша цивилизация такая вот историческая, ну, которую мы можем э, на глубину там нескольких там, ну, ну, продолжается 14 тысяч лет-то. 14 тысяч лет. Что такое у масштабах миллионов лет? 14 тысяч лет? Да ничего, песчинка. Потом здесь будет очередной ледниковый период, а Земля же знала уже ледниковые периоды, да? Потом там все устаканится, через 100-200 тысяч лет, бах, появится очередная человеческая цивилизация. Поэтому, когда говорят о том, что есть угроза уничтожения человеческой цивилизации, я считаю, что это вполне реальная угроза уничтожения человеческой цивилизации. А вот для того, чтобы понять, что, э, что уничтожение человеческой цивилизации исходит от самой этой человеческой цивилизации, оно рано или поздно должно подвести, ну, я не знаю, там целые народы и лидеров этих народов к тому, что, значит, вот та парадигма мирового развития, во главе которой стоит вот эта буржуазная, звериная система отношений, во всех отношениях, она просто приведет человечество к коллапсу.